Собрали стельс, модель 590, алюминиевая рама. Что здесь не очень прикольно? Железная вилка, ободные тормоза, передняя втулка отвратительного качества. Напихали туда кучу литола, потому что вообще ничего не крутилось. Пришлось разбирать втулку, протягивать и заново смазывать. То же самое с задней втулкой. Пришлось полностью разбирать шуфен к втулке, перебирать, смазывать, наносить как можно больше смазки, потому что работает без смазки все это отвратительно. Далее настроили тормоза, настроили переключатель, переключатель микрошифт, но работает вполне себе адекватно на 7 скоростей. Впереди стоит тройник, велосипед подростковый. Зачем здесь тройник впереди нужен, непонятно, потому что ребенку или подростку достаточно было бы 7 скоростей. Также сзади трещотка, оськи у нас кривые, передние и задние. Живем с этим как можем. Подседельный штырь покрашен просто краской. Поднимаешь его, опускаешь, он был опущен. Пока подняли, он вот так вот весь исцарапался. Руль очень странный, почему-то он очень толстый. Смотрите, он по всей длине. Обычно он уже вот тут вот начинает сужаться, а здесь он толстый аж прям до самого конца. Соответственно, вот, чтобы звоночек поставить, пришлось вот придумывать, отодвигать монетку немножко в бок. Фонарик поставили, тоже тут его сложно закрепить, потому что очень толстый руль. Велосипед, не знаю, сейчас попробую взвесить. Очень тяжелый велосипед. Прям реально, как будто он стальной. Офигеть. То есть он больше взрослого весит. Не знаю, сколько он стоит. В целом, ну, трещотка, семерка дешевая. Вибрейки тоже дешевые, но их надо регулировать. То есть колодки стираются, колодки ходят по дуге. Соответственно, по мере катания нужно подрегулировать тормоза. Не каждый это умеет, не каждому это удобно. Зато это дешевле. Вот. Наверное, советовать такой велосипед я не могу, потому что он тяжелый, потому что очень плохие втулки. И вот покраска на подсиделе, на руле такая не очень. И тройник не нужен. То есть за счет тройника вес тоже большой. А заказчик захотел полноразмерные крылья. Вот такие вот поставили. Были у нас последний комплект. Больше нет, к сожалению. Вот в целом велик, ну, нормальный, но не очень.